Приключения братьев Супер Марио 3. Кошмарное путешествие во времени. Автор сценария Роуби Горн. О, моя несчастная голова! У тебя каждый раз раскалывается голова, когда тебя обходят братья Марио. Я бы мог захватить королевство грибов еще 100 лет назад. Если бы эти дурацкие сантехники не попали в Бруклине в трубу, ведущую в наш мир. А если нам вернуться назад и изменить историю, король-папа? Но для этого нам нужно совершить путешествие во времени. Надо быть посторожнее. Это единственная машина времени, что у меня есть. Не понимаю, как эта глупая железяка вернет нас обратно в Бруклин и не позволит появиться у нас братьям Марио. Я знаю, что делаю. Как хорошо, что я тут очутился. Марио и Луиджи обязаны знать об их планах. Эй, мы тут не поместимся. Еще как поместимся. Ой! Марио вечно ставит нас в неудобное положение. Должно быть, я сильно устал. Что-то этот ящик стал очень тяжелым. Куда мне положить этот ящик, ваша злобность? Кинь его там! Я что-то слышал? Нет, это твое воображение. Получилось! Я доставлю нас в Бруклинскую трубу за минуту до того, как братья Марио свалятся в королевство грибов. Хватит копаться, куки! Ну а король-папа, машина взорвется, если ты перезагрузишь ее энергией! Путешествие выйдет из-под контроля! Нет! Лазутчики, вы у меня получите! Забудь о них! Помоги мне! Мы отправимся слишком далеко назад! Давай назад! Марио! Не будь ребенком, Луиджи! Но я ребенок! Эти рептилии превратили нас в младенцев! Может, мне удастся вернуться на курс? Мы вернемся в нужный момент, Коки! Интересно, почему мы остались детьми? Должно быть, крушение повредило машину времени, да? У нас совсем мало времени, чтобы вернуться в ту квартиру. С таким ростом, как сейчас, надо найти кратчайший путь. Вперед за сосунками в подгузниках! Недоделанных сантехников в угол. Это наш шанс. Вперед! Как же я обожаю детишек. Ой! Младенцы Марио сбежали. Что теперь делать? Для начала перестань хныкать. Думаю, это сработает, король-папа. Надеюсь. Мы сможем одолеть братьев Марио только тогда, когда вырастем.
Отлично! Король Папа! Ты вновь стал как прежде! А теперь следующая часть моего отвратительного плана! Ха-ха-ха! Именно здесь мы попали в трубу, ведущую в другое измерение королевства грибов! Леди, что живет здесь, подслеповато. Позволь, я с ней поговорю. Кто стучится мне по коленке? О, Господь всемогущий! Кто-то подбросил мне неизвестно откуда 3 младенцев. Нас не подбросили, мы сантехники. Вы ведь нас вызывали, помните? Глупости. Сантехнические работы слишком опасны для детей. Я улажу вас поспать. Чудесно. А вот и настоящие сантехники. Купа и сын. Костюмированные сантехники. Если она подумает, что мы в костюмах, она ни за что не догадается, что мы из другого мира. Я же тебе говорил, что я гений. Костюмированные сантехники к вашим услугам, мэм. Мы делаем из сантехники праздник. О, боже. Если Купа испортит трубу, мы никогда не станем прежними и не спасем королевство грибов. Пожалуйста, почините мою трубу как можно быстрее, костюмированные сантехники. Мне необходимо принять ванну. Предоставьте это нам. Мы починим все. Мы не можем допустить, чтобы Купа там что-то сделал. Но как же ему помешать? Я знаю, как расправиться с Купой. Эти трубы перепутаны хуже, чем спагетти в тарелке. Это сливная труба из ванны. Ее надо открыть. Ну-ка, недомерки, мне нужна вся ваша сила. И что теперь? Мы сделаем так, что вся вода выльется обратно. Принеси что-нибудь, чтобы заткнуть трубу. Теперь эти креветочные братья Марио уже ни за что не просочатся сквозь эту трубу. Как там идут дела, костюмированные сантехники? Заткни свою пасть! Господи, какая грубость! Я думала, вы сделаете из своей работы праздник. Это так, леди. Эта забавная игра называется «Спусти всю свою мебель в трубу». Так, все, хватит медлить, включай воду. Теперь-то мы точно смоем прочь этих фальшивых сантехников, верно? Куки, на помощь! Из трубы хлещет вода! Что они сделали с моим домом? Мне нужна помощь! На помощь! Вот в чем проблема. Купы перекрыли воду. Что это у нас тут такое? Противный бруклинский бомбино? Быстрее, ползите за мной. Эй, что это ты задумал? Запечатываю вас. Теперь братья Супер Марио никогда не попадут в королевство грибов. На помощь! На помощь! Выпустите нас! Фу, я на свободе! Теперь, когда братья Марио навечно застряли в Бруклине в образе младенцев, я наконец-то заставлю принцессу отдать мне свое королевство. Моя машина времени работает превосходно. Если бы мне удалось сфокусировать временной луч на подвальном окне... Эй, я снова вернул себе прежний вид. Что случилось? Не знаю, но у нас всего 30 секунд, чтобы прочистить трубу. У нас почти получилось.
А вот и комок волос, из-за которого все началось. Наконец-то! Настоящие сантехники! Приглашаю вас на вечеринку. Спасибо, но у нас встреча с принцессой. Если хочешь остаться живой, ты немедленно отдашь свое королевство. Советую сделать так, как говорит король папа. Братья Супер Марио навсегда застряли в прошлом. И не рассчитывай, Купа. Засор в прошлом удален. А теперь мы удалим твой засор отсюда. Комок шерсти. Гадость. Это даже хуже, чем когда братья Марио попали сюда в первый раз. Пора смываться отсюда, Куки. Молодцы, ребята. Это научит Купу, что историю нельзя переписать. И помешать нам. Да, может, в следующий раз старина Купа выберет себе мишень своего размера. Конец.